Сгущаются тени, померкло к утру, надвигается буря, порывы ветров, поднимаются волны, качает ладью, рассвета не видно среди облаков. На сердце тревога и страх, отчаяние, опасность разбиться под мощностью волн. Одной предстоит пройти испытание, продвигаться вперед сквозь ветры и шторм. А голос внутри меня дает наставление. Ты бури страшишься? Руль крепче держи. Возьми свою веру, ведь это сражение, испытание веры для каждой души. А волны придут одна за одной, и каждая выше, страшнее, опасней. Держи крепко руль и с верой живой направляй, не страшась в своем уповании. Все силы черпать будешь только от веры, а вера лишь та, что ты приобрел. В бушующих водах устоять до победы, держаться, хоть ветры дуют в лицо. Как бывалый моряк чел к волне направляет, чтоб та не разбила на щепки его, так ты направляй, хоть шторм нарастает. Утихнет ли он, тебе знать не дано. Проснулась, и как-то на сердце приятно. Спасибо, Господь, за твои вразумления. Теперь буря настигнет меня не внезапно. Укреплять свою веру есть еще время. Открываю я Слово Святое, и там к Тимофею в послании есть наставление. С чистой совестью и верой, чтоб ты воевал, чего, отвергнув другие, терпели крушение. Что за совесть и вера? Стандарты у Бога. Учить, наставлять? Нет, я не могу. Но с любовью прошу вас, вы свято храните веру свою.